Всем привет! Сегодня я расскажу о книге под названием «Ребекка», автора Дафна Дю Мурье. На самом деле даже не знаю, что сказать, потому что любое мое слово о сюжете просто испортит вам все впечатление. Скажу только, что книга написана просто потрясающе, стиль выдержан невероятно, ни одно слово не назвать скучным, ни одно предложение нельзя назвать нудным. Это просто что-то невероятное. И мало того, что с самого начала книга интригует и вызывает величайший интерес, так изначально уже сильные впечатления от нее возрастают просто геометрической прогрессии, и это что-то волшебное. Также хочу добавить, что вместо меня выразит восторг то, что в 40-м году Альфред Хичкок снял экранизацию. Это вам не хухры-мухры, согласитесь, это уже производит впечатление. И кроме того, в 2000 году книга получила премию Энтони и был назван лучшим романом, внимание, столетия, не месяца, не года, столетия. И я на самом деле очень сильно понимаю, почему, и крайне настойчиво и рекомендую вам этот роман к чтению, вам обязательно понравится.